Феерическое шоу с зажигательной музыкой и потрясающим светом в Саратове презентуют новую новогоднюю программу «Дельфин-шоу». На арене Ледового дворца «Кристалл» на протяжении нескольких дней покажут сказку с участием морских животных и артистов цирка. С последней репетиции репортаж нашего корреспондента. По задумке организаторов, действие этой новогодней сказки развернется сразу на двух площадках. Артисты цирка, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы будут удивлять зрителей акробатическими и танцевальными номерами на суше. А дельфины Афалины и морские котики – трюками на воде. Для зрителей организаторы новогоднего дельфин-шоу приготовили массу сюрпризов. На сцене будет установлена живая елка, а в спектакле примет участие Дед Мороз и Снегурочка. Но главными действующими лицами станут, конечно же, морские животные. По словам дрессировщиков, несмотря на маленький возраст своих подопечных, они уже очень умные и общительные. Они еще такие подросткового возраста, вот, очень игривые, забавные животные, общительные. Очень идут на контакт, с удовольствием выполняют различные номера. Всегда в работе с животными всегда что-то происходит, что-то такое забавное, что-то такое необычное. То есть бывает там, отдаешь команду ему на один номер, он тебе делает другой номер. Вот, ну, получается смешно. Это красочное новогоднее шоу зрители смогут увидеть в Ледовом дворце спорта «Кристалл» с 27 декабря по 9 января. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.